Привет, друзья. Вот смотрите, ситуация. Ну, я, допустим, никогда не обращал внимания раньше на то, что покурю, а через минуту или полторы у меня тревожность. Оказывается, никотин сосудистый яд, спазм вызывает. Не обращал внимания, потому что расстояние было между действием и последействием. Было расстояние, когда я обратил внимание, я перестал трубку курить. Больше, если покурю трубку подуже, потому что у меня шея перерезана, операция была. Но все знают, кто смотрит наш канал YouTube, подписывайтесь. Там все время интересные новости, постоянно интересные, новые. Так вот, посмотрите, а бывает и такое. Человек, например, верующий, но у него было такое событие, когда он, допустим, 2-3 дня, там какая-то проблема была, напряжение было высокое, и какой-то момент был, когда у него уже был готов криз, небольшой маленький криз, и вот он, когда молился, вдруг криз произошел. И у него застряло это. И он сам не понимал, он попал в тиски, в капкан, между молотом и наковальней. Почему? Теперь он много лет в таком положении, ничего ему не помогает, потому что и врачи там не помогают, и молитва не помогает, и ничего не помогает, потому что саму молитву, когда он пытался делать, в этот момент криз произошел, совпало. Совпало, просто совпало. Да вы представляете, и у него сформировался там как пробка такая. Потому что он же обращался к Всевышнему. Он же обращался, и там же у него идет такое, в бесконечность он обращается, и там у него и просьба, и матери помочь, там и детям помочь, и себе помочь же как поплавок защитный, как спасательный круг. А тут вдруг оказалось, то, на что он опирается, ну, он верующий, допустим, человек, самое сокровенное для него – это Господи. И вдруг получилось, что это самое сокровенное как раз-таки не спасает, потому что у него там получилось вот это совпадение. Ну, вы представляете себе, что он находится в ситуации много лет уже, и ничто ему не помогает, у него паники и от того, и от другого, и от третьего, потому что он как натянутая струна, потому что то самое важное в жизни, которое давало и должно давать отдохновение, он там молится, он там руки моет, омывается, он читает это все, а ему все плохо и плохо. Ну почему? Да он просто не знал о том, что когда происходит сочетание, криза, с каким-то обстоятельством, то потом вы к этим обстоятельствам относитесь с подсознательным страхом, у вас формируется фобия, почву выбили у вас из-под ног. Вот я вам что объясняю. Простые вещи такие, которые я изучаю как врач, как психофизиолог, как философ, понимаю теперь многих людей, почему они никак из фобических страхов выскочить не могут. Потому что то, что, на что они хотят опереться, у них никак не получается, потому что это им не помогает. Да потому что именно в этот момент у них произошло случайное совпадение, криза с этим состоянием. Даже не отдает себе отчет. Я, например, утюжил там или стирал там что-то, в этот момент у меня криз произошел, я не знал о том, что у меня давление подскочило, но не потому, что я стирал или гладил, а потому, что у меня до этого я 2 ночи не спал, ну там с девушкой поссорился, или еще что-то было, или ребенок заболел, или мама больная, или что-то, и у меня была подготовленность, и я вот когда гладил, в этот момент мне плохо стало, я не понял от чего, и потом все время боюсь гладить. А гладить надо каждый день. Мне каждый день нужна чистая свежая рубашка. А я теперь живу, как между молотом и наковальней. Вот же почему. Поэтому нужна ключевая разгрузка. Вы выйдете на ноль, освободитесь от этого, уже с этим пониманием. И вспомните, да, действительно так у вас и было.
Был криз небольшой. Ну, может, вы не знали о том, что это криз. Ну, паника случилась. И теперь вы все время, как солдат на фронте, натянуты, готовы ко всему, и ничего вам не помогать. Так у нас есть ключевая разгрузка. Вы делаете ключевую разгрузку, вы выходите на ноль, на эту нирвану, и там перезагружаетесь. Разгрузку с перезагрузкой. Ладно, мы будем делать ликбез, а потом будем делать вебинары, вы научитесь использовать любой стресс теперь, перенаправлять в нужном направлении, как айкидо, как я делаю каждый день. До встречи.